Как конвертировать видео в MP4? Перейдите к azazip.com, затем нажмите «Конвертировать видео» и перейдите к конвертации видео в MP4. Нажмите «Выбрать видеофайл для конвертации», чтобы открыть средство выбора файлов, или перетащите видеофайл прямо в azazip. Нажмите «Конвертировать в MP4». Начнется процесс преобразования, который займет некоторое время. Нажмите на предварительный просмотр, чтобы увидеть преобразованный файл в браузере. Нажмите «Сохранить файл MP4», чтобы сохранить преобразованный файл MP4 в выбранную вами папку назначения. Это так просто. Надеюсь, это поможет. Пожалуйста, нажмите на логотип и подпишитесь. Это очень много значит для нас.